Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Вот так вот мы сидим с ним. Сегодня хочу вам показать свой заказ с сайта NewChic. Как раз таки для него, вот для него, я кое-что и заказала. И давайте с этого сразу начнем. Кое-что для себя, конечно же. Ему я заказала вот такую лежанку. Смотрите, как классно. Сразу начну, да, приступлю. Вот, смотрите, какая классная. Он у меня очень любит, вот кот Леофан, да, вот такие у меня есть такие подушки, на них ложится постоянно. Я решила ему заказать вот такой, смотрите, какая классная штука. Вот это вообще огонь, девочки. Ему она так нравится, вот сейчас я, можно сказать, отняла от ребенка, поэтому тут сидел, чтобы показать вам вот такую штуку. Вообще, сайт NewChic очень, там же не только одежда, но и различные товары для дома, в том числе и для животных. Вот я заказала для животных и еще для своих хвостатиков собачек кое-что заказала. Я все ссылки оставлю вам внизу в инфобоксе. То же самое и промокод со скидкой, который действует на товары, которые не находятся в категории распродажи. Так что обязательно воспользуйтесь. И вот эта вот лежаночка, хочется про нее сказать пару слов. Во-первых, она, видите, вот такая, и она не просто, то есть может как одеялка, да, такое быть. И здесь еще есть вот такая вот пуговка, видите, и вот такие вот зажимчики, ну как не зажимчики, резиночки. Очень качественно все сшито, сделано. Вот этот пух, он не лезет. Я, правда, еще не стирала, но посмотрим потом. Ну, постираю, я думаю, что нормально все будет, если тем более с каким-нибудь кондиционерчиком. В общем, вот эту вот резиночку, девочки, можно вот так вот зацепить за пуговку. И получится у вас вот такой вот как бы бортик. Можно сделать так только с одной стороны. И получится как такой мини-домик. Вообще это, ну, для маленьких собачек в том числе и для котов. Вот с другой стороны тоже можно так зацепить. И вот так вот, да, и получается вот... Вот такая вот штучка. Очень напоминает, знаете, мне такие детские такие, для детей есть такие же штучки, которые в санки, такие вкладыши в коляске. Вот у моих детей, кстати, были такие. Вот, очень прикольные. А можно сделать, чтобы был вот таким, как бы, как коконом таким. Вот моему коту очень-очень нравится вот эта вот штука. И она ничем не пахнет, нет никакого запаха, ни клея, ничего. И можно сделать, смотрите, вот такой вот кокон. И там котик ваш будет или собачка лежать в нем. Смотрите, какой классный. Вот с этой стороны материал сделан, как здесь вот прострочка такая, очень все ровненько сделано. И напоминает вот этот материал вот с этой стороны, как лен. Лен, наверное, да? Вот видите, он даже по текстуре такой. В общем, классная вот такая штука для моего Леофана. Ну, нашего Леофана, да? Вот так он там лежит. Не всегда помещается, иногда вываливается. Ну, в общем, валяется везде. Обычно Лёва его с собой таскает. Тебе нравится? Красавчик. Да? Там разного цвета есть вот эти штучки. Вот, но я решила такую нейтральную. Нравится тебе? Видите, в принципе... Для мейкуна хорошо подходит. Хвост свой подбери. Можно так калачиком. Видите, как он облокотится. Даже мама не только себе заказывает, но и мне тоже. Я тоже мама любимый, да? Да ты мой хороший. Вот такой вот. Так, а своим девчонкам я заказала, смотрите, какую классную штуку. Мы уже ходили гулять. Очень прикольно, на самом деле. Хотя Бона у меня гуляет без поводка иногда, но, в общем, иногда все равно приходится одевать, потому что, ну, я иду, например, вижу, впереди идут там собаки или, ну, там, люди с собаками, да, и, конечно же, я ее всегда цепляю за поводок. Или просто, когда там люди идут, да, чтобы она... Она-то не кусит, но другим людям, может быть, это быть неприятно. Поэтому я гуляю с поводком. Бывают такие ситуации, когда... Обычно я гуляю с детьми, но бывают такие ситуации, когда мне нужно выйти одной. Например, там, детей поздно буду забирать, там, поздно мы вернемся и так далее. Или, не дай бог, кто-то заболел и тому подобное. И я выхожу одна. Я обычно выхожу с двумя рулетками, вот так вот. Представляете? И, конечно, это неудобно. Тем более, одна в одну сторону, другая в другую сторону. И свободной руки нет, невозможно там, если что, подтянуть и так далее. В общем, это целая эпопея с двумя собаками гулять.
по отдельности тоже они начинают ныть, лаять, поэтому я взяла вот такую штуку. То есть здесь идет как бы ручка, вот такой вот карабин, очень добротно сделано. Я взяла вот такую толстую, потому что, ну, у меня лабрадориха, и на самом деле она у меня очень сильная. Она, если меня потянет, то я как консервная банка за ним пойду, или я очень слабенькая, не знаю. Вот, и здесь на две пёсины. Вот такие вот карабинчики. Хорошо цепляется и за Джусину шлейку, и за Бонину шлейку. Вот эта вот штучка. Хорошо очень цепляется, хорошо держится. И я вот за эту штуку, то есть вот это я оставляю, а вот за эту я цепляю саму рулетку. И получается у меня собаки идут вот так вот. Вот. Очень классная на самом деле история. Погулять вот с двумя собаками вообще супер. Но я еще раз повторюсь, из-за Боны взяла вот такую вот большую, толстенькую такую, да. Ну, она такая оранжево-красная. Девчонкам моим подойдет. И очень удобно, знаете, чем? То, что я, когда гуляю с двумя собаками, бывает такое, например, едет машина, и я просто беру, не рулетку на себя тяну, а вот эту, хватаю вот эту штуку и держу их двоих, и все. В общем, супер. Мы уже гуляли, она уже у меня, правда, такая попачкалась немножко. Вот, я вам сейчас ставлю, покажу, как мы гуляли. Вот так вот мы теперь ходим. Парой. В общем, так они ходят. Правда, Жуще не нравится эта история, что ее, получается, Бона-то сильнее, она ее контролирует. И очень удобно, если машину, можно вот эту штуку взять и придержать их обоих. Но Жуще эта история не очень нравится. Это такой вариант, когда прогуляться. Так-то мы Бону отпускаем с поводка. Это когда надо погулять. Вот, в общем, когда машина, можно вот так вот взять, схватить их, и они идут. Но это такой вариант, когда нужно дойти до куда-то. Это как раз самый отличнейший вариант для моих девчуль. Да, Боночка? Боночка такая вообще красота. А можно их двоих вот так сцепить вместе и идти. Вот, так что прикольно. Но мы уже тут дошли, поэтому собака лает. Боночку пока отпустили. У нас такая красивая зима. Смотрите, как красиво. Все в ине. Очень красиво. Красиво? Ага. И холодно. А мы гуляем. Лапки подмерзают у них, бедняк моих. Это у меня была одна посылка, и сегодня я получила вторую. Все приходит вот таких пакетиков красненьких. Как раз сегодня получила, буквально у меня с разницей в один день. Это был один заказ, но пришел с разницей в один день двумя посылочками. Ну, мне все равно. И здесь у меня платье, которое мы распакуем вместе с вами. И это вообще, это моя слабость, девочки, я не знаю. Это у меня, вообще это шлепки, но я их буду носить в качестве домашней обуви. Кстати, очень там много классных вот подобных шлепок. Пришло все упаковано вот в такой пакетик и вот таким образом, то есть пыльничек такой. И я себе заказала вот такие зеленые тапочки. Девочки, какие они хорошенькие, смотрите. И тут идет такой как бы бантик. У меня есть уже такие подобные, ну как бы тапочки такие, в горошек синенький такой. Мне очень нравится, они очень удобные, они мягенькие здесь. Ну здесь не особо такие, да? То есть прикольно ходить, а здесь вот такой вот, получается, зеленый бархат. По размерной сетке я беру обувь, всегда смотрю по длине стопы. Потому что бывает такое, что по длине стопы мне подходит 39 размер. Вообще у меня 39 российский. А бывает, что по длине стопы мне подходит 40 размер. Да, там. Вот, так что нужно обязательно смотреть. Здесь, получается, видите, такие. Ну, я тоже одену их. Покажу. Здесь такие бантики. Что-то мне захотелось. Зелененькие тапочки. Красные у меня есть, синие у меня есть. Нужны мне были зелененькие. Очень прикольно. Но их можно не только как тапочки, то есть их можно летом тоже как шлепки носить. Очень классно, добротно вот это все сделано. Запаха никакого, кстати. Ну вот немножко резиной вот это пахнет. Здесь как раз резиновая подошва вот такая. Они не скользящие должен быть. В общем, вот такие вот у меня прикольные тапочки. Тоже я сейчас вместе с платьем одену и покажу. Правда, тапочки эти у меня не к этому платью. Ну ладно, заказала себе трикотажное платье, полоску. Я очень, кстати, люблю полоску, вот такую, как тельняшка. Смотрите, какое. Я его тоже сейчас померю. Оно не сильно длинное, с длинным рукавчиком. Вот как раз
Я заказала это для дома, для того, чтобы ходить дома, потому что, ну, я очень люблю подобные платья или платье-футболку. Вообще, дома это очень прикольно. Сейчас у нас просто за окном минус 18, поэтому я тут подутеплилась немножко. А вообще, очень люблю. С утра одел платье, не в халате, но при этом удобно и прикольно. Он по качеству как такой трикотаж тоненький. Смотрите, видно, нет? Да, вот видите, как трикотаж тонкий. Вот. Ну, такое достаточно должно быть, то есть такое весеннее. И сейчас ходить тоже с кардиганчиком каким-нибудь. Вот такой. И здесь еще сбоку вот такой вот разрез. Да? Вот. Так что давайте тоже примерю и сейчас покажу, как смотрится на мне. Ну что, девочки, вот это платье. Смотрите, у него какой прикольный разрез. Вот. Единственное, что это платье можно было брать размер в размер. Но я взяла на размер больше. Видите, оно мне и в рукавах широковато, рукава длинные. Но рукава я обычно, как я уже говорила неоднократно, я делаю вот так. Я никогда не ношу, то есть я покупаю вещи с длинным рукавом и никогда их не ношу длинным рукавом. Вот. Оно тянется вот так вот. Вот, и получается оно мне такое свободненькое, здесь вот такой разрез. Слушайте, ну для дома вообще прикольно, даже то, что такой разрез. Такой разрез очень даже, вот. Так что платье мне нравится, оно такое как трикотажное, очень классное такое, приятное к телу. Здесь горлышко закрыто, получается такой разрезик здесь мелькает. Не, мне на самом деле очень нравится платье, считаю его вообще классным, приятное очень к телу. Я не думаю, что ткань, видите, такая трикотажная ткань, я не думаю, что она пойдет катышками или что-то в этом духе. Так что супер. И тапочки. Вот так вот выглядят тапочки. Ну, согласитесь, это милота же. Слушайте. Ну, вот, например, летом там на даче ходить, да? Или даже в дом, по дому. Ну, я для дома взяла. Вот, ну, естественно, летом тоже тут буду по участку щеголять. Не в огород, конечно, но по участку щеголять них буду с огромным удовольствием. Тапочки вообще прикольные. И здесь, видите, такие, получается, красные и зеленым. Раз под мой лак подходит, да? Вот. Так что тапчули очень тоже классные. Но вот по длине стопы обязательно выбирайте. А платье я тоже обычно смотрю там, ну, окружность бедер и так далее. В общем, все это тоже, все параметры тоже обычно смотрю. У меня рост 1,65 м. И, соответственно, вот такой вот оно мне длины. Слушайте, ну, самое то. Вот. Мне очень нравится. Вообще прикольно. Очень прикольное платье. Буду носить его с огромным удовольствием. Даже с этими тапочками хорошо. Да? Вот. Так что супер. Но оно, конечно, мне великовато. То есть можно было бы, даже видно по плечам, надо было брать размер в размер. Но так даже и лучше, потому что когда дома, надо, чтобы было более свободненько. Так что вот такой вот у меня получился заказ с сайта New Chic. Как всегда, все ссылки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Но для котиков, вот у кого есть котики или собачки, которые любят вот такой вот пушистик, вот такой вот, я очень советую, потому что у нас, например, в магазинах, я смотрела, да, вот в магазинах для животных, стоит раза в два, а то и в три дороже подобные штуки, и, ну, он вообще ничем не пахнет. И у меня, кстати, кот, вот я распаковала вчера, как раз, когда получила, распаковала, положила, и он сразу же на нее лег. То есть это говорит о том, что, ну, нет никакого неприятного запаха для кота, вот. Так что ему очень понравилось, пойду ему отдам, это, видите, сидел уже тут у меня, вот. Так что ссылочки все оставила внизу в инфобоксе, промокод тоже, и так что на сегодня буду с вами уже прощаться, я надеюсь, что вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным, не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан, всех люблю, целую и до новых встреч!